И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy VIII. В предыдущей серии мы с вами очень много читали, слушали, больше читали, чем слушали, потому что диалогов тут, к сожалению, нет озвученных. Ну и, в общем-то, должны были прилететь в дом Идеи, то есть в приют, в котором наши замечательные персонажи, вот, собственно, он обитались в детстве, но тут внезапно у нас вот что оказывается, смотрите. Опа! Опа-опа! Вы видите это? Вы чувствуете? Вы чувствуете, я знаю, вы чувствуете. Но, наверное, прежде чем я что-то сделаю, я сделаю немножко вот так. Потому что черт его знает. Эх, насколько там все быстро будет происходить. Даже я ни черта не помню. Так, сейчас мы немножечко вылечимся. Совсем немножечко селфи. Зель. В общем-то, достала я тот журнал... Сейчас покажу даже. Вооружейника. Где он? Вот он. Вроде бы. Да. В общем-то, оружие для Сквола, я думаю, я найду. Вот это последнее оружие для Зела, я думаю, я тоже найду. Потому что Адамантин достать достаточно просто. Его можно вытащить из карты братьев, то есть из кого-то из двух братьев. Кожа дракона у меня есть. Ее можно около Долета найти. А часть ярости ее можно, в общем-то, склеить из нескольких карт. То есть, если выиграть там какие-то карты, не помню даже какие, рубиновый дракон, по-моему, что-то кого-то там из них, в общем. Если несколько карт выиграть, можно сделать часть ярости, я ее когда-то уже получала. Но сейчас у меня столько всяких разных правил, что теперь игра в карты стала довольно сложной. И все это, естественно, я буду в любом случае делать за кадром, либо потом... Мы перейдем на третий диск, и там я буду все это просто тупо выбивать из монстров, потому что это будет даже проще, чем играть в карты. Ну, то есть, мне кажется, даже быстрее. Поэтому пока что мы это все новое оружие получать не будем. В общем, понеслась. Ла-ла-ла. Все, сад заметил то, что рядом другой сад летает. Сквал, смотри-ка. Ну, какая досада. Ну и что ты думаешь? Они, вероятно, знают, что мы здесь. Если нет, мы сами сделаем первый ход. Сражение неизбежно. Волшебница с ними, да? Так что это будет последнее сражение? Я надеюсь. Ха-ха, конечно. Что я должен сделать сначала? Я должен отдать всем приказы, это моя обязанность. Я должен сделать это просто. Если я отдам много приказов, они могут вызвать хаос. Хаос. Что я должен сказать? Вперед, я думаю. Нет времени. Вот у меня с этим всегда, на самом деле, проблемы. Вот что теперь делать с хот-догами? Позовите моих товарищей. Так, подготовить защиту. Вот хрен его знает, на самом деле. Так. Так, ну, наверное, давайте я буду чисто уже... Готовиться к атаке. Еще, конечно, к защите, наверное, стоило бы сперва подготовиться. Источник сада. Так, позвать товарищей. Нафиг хот-доги. Ну, я даже не знаю. Хватит, я думаю. Все самое необходимое. Отдайте ваши приказы, когда будете готовы. Я уже... это Сквал. Слушайте внимательно. Мы летим сражаться против сада Галбадии. Рыцари из первого и второго класса, соберитесь на месте стоянки. Маги ранга 3 или выше, направьтесь на второй этаж и ждите команд. Будьте готовы. Враг, вероятно, прибудет на борт, ну, то есть на балкон. Мы должны сконцентрировать наши силы на переднем заслоне и охране. Если твой идентификационный номер четный, иди в охрану. Если не четный, иди на передний заслон. Кости сделал селфи, сразу же подойдите к мосту. Те, кто имеет идентификационный номер, который кончается на 8, позаботьтесь о младших учениках. Эй, что происходит? Я не приглашен?
Что? Так, ты ничего не скажешь? Нет. Ну, спуститься. Что еще ты тут делать? Я думала, я был частью команды. Мне жаль, в общем, сочувствую. Так. Что нужно делать? Я хочу, чтобы вы помогли мне ввести других. Когда Зел будет здесь, мы разделимся на две группы. Зел? Я думаю, он... Короче, не знаю, где он. Да, он сказал, что он бездействовал в последнее время. Что? Ну да. Было дело. Ну где его носит? Ладно, ну... То, о чем мы разговаривали, это в любом случае наш большой-большой секрет. Что он делает? У нас нет времени на шутки. Я собираюсь пойти в квад. Кто идет со мной? Так, Зела где-то носит. Это плохо. Вместо Зела возьмем Квисти, значит. Потому что Квизякотль... Блин, ну зафига я его лечила. Ирвин, найди Зела. Вы всегда работаете вместе и составите звено переднего заслона. Так точно! Мы еще некоторое время можем не беспокоиться о ЗС. Правильно, пойдем в квад, в общем. Сейчас мы подлечим только эту. Квисчан. Так. Ну, в общем-то, они все целенькие. Нормально. Сохраняемся без им. Та-да-дам. Эй, а что с Рино? Рино. Вы, ребята, позаботитесь о ней. Ну чё, побежали в квад. Олень! Любимая олень. Так, чё вы встали тут? Что ты делаешь? Твой допуск. Нештатный магический оперативник 2-го уровня, сэр. Теперь ты гвардеец 1-го класса. Держись на борту, немедленно. А, доложись на борту. Есть, сэр. А что насчет вас? Огненный? Да, огненный взвод курсант 3-го уровня, сэр. Огненный взвод курсант 1-го уровня. Спасательная команда А, медик, сэр. Вы двое на палубу. Медик, доложитесь защитной команде. Есть, сэр. Тире-тире-тире. Бежим. И почему я пошла сюда, кстати? Нахрен его знает. Но мы все равно зайдем сюда. О боже, я опоздала. Куда побежала? А что вы стоите? Доложи своему начальнику. Есть, сэр. Какого фига они тут делают? Сюда зайдем. Посмотрим, что тут. Конечно, бегать тут нет времени, но... Так, школота. Я не могу, испугана. Я не могу этого сделать, я слишком нервничаю. Возбуждение уменьшит твою способность бороться на 20%. Просто расслабься. Ну, или волнение. Посмотри, я наконец преодолел класс магии Фирага. Обрати внимание... Короче, будь внимателен, если не желаешь себя сжечь. Ну, Фирага — это вот то, что Фира-огонь обычный. Фира, Фирага, Фирагага, или как там, Фирарага. Дурь. Короче, магия 2-го уровня. Куда понесла? Стой, женщина, стой, чтоб тебя не поймать тебя вообще. А ты, мелкий, что тут бродишь? Иди в класс. Сэр, пожалуйста, возьмите. Коттедж. О, неплохо. Должен быть сейчас в классе. Вперед в класс, блин, маленький. У меня нет времени еще следить за всеми тут. Кстати. Нет? Ну ладно. Так, вообще, мне надо в квад, но я почему-то хочу зайти. Нет, мне не дадут. Ну и ладно. Ладно, идем в квад. Приказы раздали. Да стой ты, женщина, что ж ты такая нервная? Стой. Не поймай.
Вообще, кстати, если бы я слишком много, по-моему, приказов раздала или раздала их как-то не очень правильно, меня бы кто-то поправил. Либо это еще будет, либо я недостаточно много приказов отдала, ну, то есть, как бы, норм. Я помню, у меня получалось и не очень верные по последовательности приказы отдавать. И при этом, когда я, помню, переигрывала, получалось нормально отдавать. Так, эти стоят в защите. Как вас тут много? Мы готовы, сэр. Под твоим руководством наш дух как никогда не высок. Это радует. Так, девушка, что вы тут потерялись? Да мне такая честь сражаться рядом с вами, сэр. Так, квад. Бежим в квад. Это что такое? Враг, по всей видимости, попытается проникнуть через передние ворота и квад. Ну, в квад мы, в общем-то, идем. А что это на тележечке такое? А, искусственный интеллект, господи, не обратил внимания. Я так взбудоражена службой в вашей команде. Господи. Давайте покажем, на что мы способны. Так, ну, они, в общем-то, вон. Уже прям стоят, ждут. Студенты! Казалось бы, да? Но при этом наемники и, в принципе, профессиональные убийцы. Бедные дети. Так, идем в квад. Вот вы где, ребят, помогите продвинуться охране. Зел, что? Зел тут без приказов даже справляется. Вот ты моя умница. Можешь идти, когда хочешь, а? Прекрасно, слушайте. Это серьезно, ребят, мы должны победить любой ценой. Зел, какого фига? Что такое, Скал? Я прятался здесь. Чё? А, слушай, ладно, твое появление разбудило меня. Мой студенческий номер четный, так что я могу быть здесь, не так ли? Ну, ладно. Ладно, ладно. А, вот, типа, Сквала, войди сюда. Касательно твоего кольца. Может, сейчас не время, но... Что такое? Дай мне свое кольцо, дашь? Я им займусь, оно мне нужно для кое-чего. Я ни за что его не потеряю. Честно-честно. Зачем оно тебе? Не могу сказать. Давай, просто дай мне его. Можешь мне доверять. Ну, у Скола есть, в общем-то, кольцо, помимо бляшечки, которое у него на цепочечке болтается. Что за черт? Мне нравится это кольцо. Я думаю, черт с ним, надо ему дать. Только не потеряй его. Да, спасибо, чувак. Я не думал, что сдашь мне его. Рино будет счастлива. Рино? Все в порядке, Сквал. А теперь можешь валить. Мы расправимся сами. Чё? А, все, вижу. Ребята, я тоже буду драться. Я не хочу прятаться. Я знаю, что могу сражаться. Хочу воевать вместе с остальными. Надеюсь, это последний раз, когда мы деремся в нашем доме. Ну, около приюта, соответственно. Ну, они могут здесь проникнуть, правда? Тогда мы никак не сможем отступить. Ну, в квад, в смысле. Надеюсь, это последний раз, да-да-да-да-да. Я должна бороться. Мне нужно доказать, что я могу это. Я с вами. Позаботься о себе. Ну ладно. Сквал, возвращайся на мост сейчас же. Зел, надеюсь на тебя. Всем удачи. Время драться, блин. О, господи, я не знаю, как это переводить, честно говоря, очень тяжело. Хотя, если бы здесь было все на английском, я бы тупила еще больше, поэтому. Смотрите. Приближаются беды. Сейфер. Главнокомандующим стала, а? Паразит. Там Сейфер, он руководит прямо
Короче, он велит им лететь прямо на нас. Сохраняй движение. Вперед. Ну все, пошла моча по трубам. В этом вся Final Fantasy. Так, ну чё? Мы терпим крах. Не сворачивать. Ладно, шучу, конечно. Все, мы врезались, поэтому... Вражеский сад прямо перед нами. Четверка, осторожно. Ну, то есть квад. Идите прямо... В левую часть. Надо остановить их вхождение. Не забудьте ворожиться из С. Черт, я теперь этими? А он да зачем? Какого хрена вообще? Я тогда... Господи, нафига я их лечу каждый раз? Ой, нет, подожди. Походи. А, так. Да? Давай вот так тогда. Как-то все упорото. А, теперь еще и их лечить. Ну зачем? Зачем каждый раз? Ладно, не будем полностью их лечить. Так, чуть-чуть. Потому что, как бы, ну сколько можно-то уже. В бою подлечимся, нормально. Так, ну-ка. Иди сюда. Ладно, не важно. Подожди. Нет, давайте сходим налево, на самом деле. Действительно. То что, ну, вам туда и надо. Я не помню, куда мне, если честно. Стоять. О, да. Рина, вот, вот, я взял, да. Кольцо Скволовское. Это от Сквола. Как я сказал, ты будешь такой же. А до тех пор пускай оно будет у тебя, ладно? Что ты ему сказал? Я попросил просто отдать мне это. Она взяла и сделала кольцо Сколовска. Нормально? Как логика. Выглядит здорово, но, по-моему, это слишком. Не похоже, что ты собираешься его надеть. Ладно, пошли. Вот, да? Зачем вообще все это было сделано? Я, честно говоря, не очень понимаю логику этого действия. Ой-ой-ой. Титаник! Почти... Рино, черт. Ну какого хрена, а? Черт, не могу достать ее. Найдем что-нибудь, чтобы вытащить ее. Рино, погоди, мы сейчас вернемся. Конечно. Пошел. Мы правда ничего не можем отсюда использовать, да? Ну, по всей видимости. Я опять их зря подлечила. Потому что начинаю вспоминать. Как-то не очень все получилось у этой нашей группы, да? Не успели выбраться. Как уже налажали. Черт, и Урина ОЗС, какого фига. Так, что у вас здесь нужно? Ускорение. Ускорение, запас? Да ладно. Как так вышло? А, ну одно. Да, видимо, я один раз где-то его использовала. И у тебя то же самое, да? Эх.
О, офигеть. Как так-то? Нафиг. Не-не-не-не, не надо, не надо микроракеты. Это офигеть, как больно бьют, а. Не-не, лучше пускай Куизи с ними разберется. Жаль сбросить. Ой, японские боги, я совсем забыла про рук. Че, не упали до сих пор? Да ладно. Как так-то? Да умрите уже. Нет, тут не микро... Я уже боюсь. Да падай ты, господи. Все, отлично. Так, ракета. Так, надо подлечиться, что ли? Как-нибудь вот так посередочке. Не будем экономить. Бим. Да, японские городовые. А, ну в принципе, давайте я тогда на паузу буду ставить все эти бои, чтобы вам все это дело не смотреть. Ибо нафига. Ну чё, понеслось дальше? Так, лекарство, лекарство, воскрешалку. А, бим. Только давайте как-нибудь без боя. О, нам даже сохраняш дают. А, давайте сохранимся. Чё бы нет. Мало ли. Куда-нибудь сюда. Бзым. Сквал! Они вошли через передние ворота. О, Сквал, стой. Стой, чуваки, стойте. Сквал, у Рино проблемы. Мы должны поторопиться. Черт. Сквал, послушай, враги атаковали класс. Там младшие ученики, мы должны что-то сделать немедленно. Враг движется сюда. Сквал, ты меня слышишь? Да, но она не она одна в опасности. Не думал, что ты так бессердечен, Сквал. Рино может умереть, ты не понимаешь этого? Мы должны разделиться на группы. Кто пойдет со мной? Сельфи и Квистис. А вообще, я бы выбрала Зела и... Селфи. Но мне не дают такой вариант, поэтому Селфи и Квистис. Ирвин, ты пойдешь к Ксу. Окей. Селфи, Квистис, идемте со мной. Мы идем в класс. Зел, ты поможешь Рино. Сделай все, что потребуется, хорошо? Оставь это мне. Блин, а без приказа вот это сделать? Он не мог сразу это сделать, да? Ну так, если пораскинуть мозгами. Бежим. Сволочи врезаются. Нагло, причем так. Так, стопы, мне нужно... Почему я не могу заглянуть в стражи? Мне нужно же поменять же. Ты, блин, с ума сойдешь, пока менять 20 тысяч раз назад будешь. Так, стопы, подожди. Да? Так, отдайте мне все. На кой хрен я вообще всем этим занимаюсь каждый раз, а? Туда-сюда, обратно. Ты дуреешь. Так. А, там же нет смысла, да. Ладно, остальное в бою подлечим. Там у некоторых солдатиков. Сквал, иди в класс на втором этаже. Враги нападают сверху. Мы идем в класс 2F. Ну, в общем-то. В класс на втором этаже. Ууу, прелесть моя! Что у тебя есть? Скажи мне, что у тебя есть. Пусть что-нибудь очень хорошее. Пожалуйста. Краноболочка. Ничего хорошего. Не, ну, конечно, куча хорошего, но это нам все не нужно.
Я научилась таки стрелять из ганблейда. Вот. Нужно R-ку зажимать, но в очень такой правильный момент нужно ее зажимать. Ау. Мы его не будем калашматить никакими special attack, потому что... Нет, не успела. Потому что, ну, не знаю. Ну, так, я думаю, помрет довольно быстро. Косоглазый. Давай, квестчан. Ну, это все. Так, лассо. Клык дракона. А он мне нужен для чего-нибудь был? Вроде нет. Братья, что-то вы учили хорошо. Да это идем мы, господи, сейчас, подожди. Здесь слишком много происходит за один раз. Так, лассо. Защита, прикрытие. Вот это вот мне нравится. Прикрытие, это, скорее всего, будет в способностях вместо магии, либо вещи. Вот туда это ставить придется. Как бы не вариант. Защита, небось, там же. Поэтому лучше ёшки сразу качать. И вот все. А что там, по-моему, шивочка-то выучила? Да, в принципе, как бы нет больше вариантов. Неважно. Побежали. Вообще, какого фига вот эти справа-слева там стоят, не шевелятся? Я, конечно, понимаю, что они должны держать позиции, удерживать, но... По-моему, было бы лучше, если бы вся эта курьба стояла... Там, куда проникает враг, чтобы было больше шансов отразить атаку, чтобы дальше уже никто не прошел. А то они сперва через одну маленькую защиту проберутся, потом через вторую маленькую защиту проберутся. И смысл? Лучше пускай не проберутся через одну большую. Суровые чуваки. Скоро, кстати, будет своеобразная мини-игра, я, скорее всего, там буду загружаться, потому что там, там с первого раза у меня что-то как-то редко получается что-либо сделать. Просто чтобы времени отнимать. Ни у себя, ни у вас. Суровые чуваки. Почему у нас нет такой же техники, а? Хотя казалось бы. Ой, какая досада, мы сюда. Аж смазалось все. Мне нравится, как в Final Fantasy на самом деле заставки перекликаются с какими-то игровыми локациями. Это довольно любопытно выглядит всегда. Да давай уже. Дэми, о, какая прелесть. Давай, сними одну четверть или сколько там. Есть. То же самое. У вас у всех то же самое, да? Так, ща я у тебя возьму Есю, но ну-ка замедление мне вообще не нравится. Давай. Давай, Куизи. Завали их. Хотя, мне кажется, можно было и вручную. Но Куизи быстрее это сделает. Так, ну чё, толчок? Блин, куда жать того, что я уже забыла? Ой, это пауза. А чё мне нравится? Куда жать-то, я не помню. А, вот, всё, вспомнила. 100 лет уже это не делала. Ай-яй-яй. Ну ладно. В принципе, не такой серьезный бой, чтобы переживать по этому поводу. Упс. Какая досада! Они умерли. Боже мой! Сильное лекарство, это холосо. Так, ну что еще? Хорошая работа. Короче, отведите их куда-нибудь и спрячьте. Да, сэр. Вперед, ребята. Почему их только двое? Так мало детей, что ли? Сквал, сквал! Что такое опять? Сквал, подойди к мосту. Доктор Кадаваки здесь. Чего она хочет-то? Как это все странно, да, выглядит?
раздроблено, что ли. Так, ну пойдем. На капитанский мостик, что нам еще остается? Ой-ой, смотри. Толкаются, ты подумай. Ну встань на ноги. Это больно, больно. Ничего, ты солдат. Терпи. Ну, или будущий солдат, по крайней мере. Так, я не поняла. Наш сад, нам конец. Помоги мне, медик. А почему вот мы не можем им помочь? Это странно так вообще. Просто подумаешь, товарищи, у нас 100 очков лечения, мы не можем вылечить их. Пускай валяются. Это, блин, это странно. Ну да ладно. Ну чё, давай, ты нашла, конечно, момент. Каково положение? Мы были способны остановить первые две волны атаки. Но наши силы не выглядят так уж хорошо, как хотелось бы. Много потерь. Если они пошлют другую волну, я не знаю, сможем ли мы их удержать. А как ваша группа? Я не знаю, парни на позициях все еще сдерживают их. Так, ладно, посмотрим. Сад имеет много опытных бойцов. С другой стороны, наши войска состоят из учеников, которые еще не обучены. Похоже, Сквал еще одна волна, и мы будем разбиты. Возможно, я должен был сфокусироваться вначале на атаке, а затем уже на обороне. Так мы уже так и сделали. Я же сперва на атаке и сфокусировалась. Сейфер с ними, правда? Ладно. Нет пути... Нет пути, по которому мы могли бы пройти. Это все определено судьбой. Либо сейчас, либо никогда. Ты прибыл издалека. Что там думают? Чего? Как это переводить, блин? Нет другого выхода, кроме как атаковать. Это наш единственный шанс. Одна проблема. Как мы дойдем до их сада? Может быть, нападем на их сад? Я знаю, это сумасшедшая идея, но это наш единственный шанс пройти вперед. Их пилоты будут нас таранить все время. Я уверен, Нида сможет сделать то же самое. Вот о чем я и говорила. Ладно, у нас нет выбора, сделаем это. Где Рино? Извини, я не могу ничем помочь. Нет вообще никакого способа добраться до квада. Эти ублюдки баррикадируются. Чуваки, может... Мы можем попасть туда только одним путем. Пролетев туда через крышу. Рино. Стоп, одну минуту. Ты разочарован мне, не так ли? Слушай, сделай милость. Ты, иди помоги Рино. Может быть, поздно, но нельзя сдаваться, пока я не уверен, что ничего больше делать нельзя. Я должен руководить атакой. Меня не заботит, что ты делаешь или что ты чувствуешь. Просто сделай это, пожалуйста, для Рино. Послушай Ирвина Сквол. Он один из нас. Чё ты ждёшь? Чё с тобой происходит? Вперёд, Сквол, ну пожалуйста. Ты должен спасти её. Я приму контроль внутри... Как сказать-то, господи. Короче, я возьму всех на себя, когда мы пойдем в Галбадию. В Галбадийский сад, не волнуйся. Я знаю это место. Все будет чики-пуки. Мы расчистим путь. И ты переместишься внутрь вместе с Рино. Ха-ха. О, боже. Сквал, ты упускаешь кое-что очень важное. Что? Все странно, да, его назначили, как бы, руководить атакой. Вместо этого говорю, иди спаси Рино, который там висит уже минут 15, наверное. Никто ее больше и вытащить не сможет, конечно же, кроме Сквола, кроме главного командующего. Это так... Ладно. Поговори с людьми Сквола. Взбодри их. Ты их лидер, это твоя обязанность. А социального чувака просит взбодрить. Ты, вероятно, не знаешь, но все в этом саду смотрят на тебя. Ты им нравишься. Чё? У Ниды такое лицо прикольное.
Эй, все, это Сквал. Как наши дела? Все мы сильно утомлены, но даже тяжело стоять после борьбы. Я хочу, чтобы вы все выслушали меня. У нас еще есть шанс на победу, и мне нужна ваша помощь. Это может стать нашей последней битвой. Мы атакуем их прежде, чем они снова войдут. Чтобы сделать это, мы пойдем прямиком в их сад. Итак, я хочу, чтобы вы все подготовились к серьезному столкновению. Позаботьтесь о младших учениках. Ирвин, Квистис, Зел и Селфи возглавят атаку на их сад. Как и все остальные, пожалуйста, поддержите их, чем сможете. Сиды были созданы для войны с колдуньей, по крайней мере, я так слышал. А сад был создан, чтобы тренировать их. Так что эта битва решит судьбу не только нашу, но и сада. Это изнурительная борьба, и вы, ребята, все измучены. Но я не желаю иметь никаких сожалений. Я не хочу, чтобы кто-то оглянулся назад и сожалел. Короче, не успел прочитать. Только на этот раз я хочу, чтобы вы, ребята, отдали все, что у вас есть. Ради вас же самих и меня. Сделал великое дело. Это было отлично. Ладно. Вдарь по ним, Нида! Реричей. Хотели таран? На вам таран. О, да, мы внутри. Готовы, ребята? Вперед! За весь мир, за Трабию Балам! Повеселимся. У-ху. А, ну и, в общем-то, я предлагаю, на самом деле, на этом замечательном моменте закончить эту серию. А в следующей серии пойдем валить Галбадийский сад, и Сейфера в том числе. Нам предстоит очень долгая битва, я думаю, она займет серии 2. Наверное. Не знаю, может и одну очень длинную. В общем, посмотрим, как бы там ни было. Если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, зовите друзей и, в общем-то, всем удачи.